Никакие пробки не начнутся, потому что речь о выходных. И на самом деле по ночам там очень мало паркуется людей. То есть в основном все люди, которые припаркованы в центре, это ну, приезжие из других районов. И ничего страшного, они будут парковаться где-то возле центра и гулять. Кто работает прямо на Лонжероновской или там на Гаванной, я думаю, пройтись там 100-200 метров – это небольшая проблема. Речь же не о том, чтобы прям весь исторический центр сделать пешеходным. Там буквально несколько кварталов, несколько улочек. По большому счету, в этом месте не должно быть офисов. Центр должен быть таким развлекательным, туристическим. Там не должны быть бизнес-функция. Ну, то есть там должны быть отели, рестораны, жилые дома. Да, какое-то небольшое количество людей, которые хотели бы прямо на автомобиле приехать прямо к двери ресторана, пострадают, очевидно. Но плюсы гораздо больше. В среднем, по статистике, на пешеходных улицах бизнес зарабатывает в 4 раза больше. То есть магазины, рестораны, я надеюсь, что это в итоге вообще приведет к небольшому преображению этой части города. И я надеюсь, что в будущем она будет пешеходная не только по выходным.